Всем привет, Вася, с вами Жек. Короче, Вася, сегодня поговорим о вечном вопросе, Вася, отцы и дети, Вася. Значит, я не понимаю свою долю, знаете. У нее завышенные, Вася, запросы к жизни, Вася. Вот. Серьезно. Вот она мне говорит: пап, давай подключим спутниковое телевидение, там 5000 каналов. Доченька, да в моем детстве, Вася, в телевизоре рекорд было 2 канала, и это был рекорд. А чтобы переключить с первого канала на второй, нужны были плоскогубцы, Вася. Плоскогубцы. Или на днях заявила мне: пап, тебе пара машин, у меня, говорит, старая она у тебя. Говорит, ну секундочку, у меня, Вася, трехлетний Мерс, если бы у моего отца была такая машина, Вася, он был или Брежнев, Вася, или Высоцкий. Нет. Опять в Турцию на майские, говорит, не хочу, Вася. Слышь, не хочу, Вася. Это в моем детстве, Вася. Я за границу видел только тогда, когда по второму каналу по телеку показывали клуб кинопутешественников. И то только в том случае, если батя плоскогубцы, Вася, в гараж не забрал. Я говорю: что тебе подарить на день рождения? Она говорит: не знаю. Да не знаю, слышь. Мне когда в детстве задавали такой вопрос, что тебе подарить на день рождения, я все 5 лет подряд отвечал: клюшку, Вася. И вот когда наконец-то, Вася, в 9 лет я ее украл, я попросил шайбу. Вот. Говорит: где хочешь отмечать день рождения? Она говорит: в скалодроме в прошлом году были, Вася. В этом, на этом, в аквапарке, значит, в позапрошлом году были, слышь? Так когда мне задавали в детстве вопрос, где хочешь отмечать день рождения, Вася, это означало только 2 варианта, Вася. На кухне, Вася, или в зале. Говорю: Вася, аниматоров каких тебе на день рождения? Она говорит: эти у Лизы были, Вася, эти у Миши были, эти мне вообще не нравятся, слышь? Да у меня в моем детстве, Вася, и Дедом Морозом на Новый год, Вася, и танцором, Вася, и певцом был один и тот же человек, Вася. Мой, Вася, пьяный дядя. И то я, Вася, и там счастья лишился, когда Горбачев сухой закон был. Вот. Вообще, знаете, самые простые вещи, Вася, для нее уже не те, Вася. Слышь, садимся в машину, говорю: жвачку будешь? Она говорит: смотря какую, Вася. Слышь, смотря какую. Да я в детстве за пожеванную турбу, Вася, клюшку отдал. Хотя ждал ее 5 лет, Вася. Еще и производители проблем подкидывают. Каждые полгода выходит новый iPad. То он такого размера, то он такого, Вася. И все купилось. Да у меня в детстве, Вася, была одна жаба, Вася. Только соломинки разные, Вася. Вот. У нее, Вася, 8 пар американских джинсов. Моему соседу, Вася, в свое время за 8 пар американских джинсов дали 5 лет. И это еще мало было, Вася. Хотя, знаете, с другой стороны, все хорошо. Здорово, что у наших детей, Вася, есть все то, чего не было в нашем детстве, Вася.